рад вас приветствовать на своем канале, и сегодня мы разберем рывок узким хватом с ямы. В правом верхнем углу будут даны ссылки на, так сказать, рывок классический узким хватом и на рывок с ямы. Ну а сейчас разбираем микс из этих двух упражнений. Старт, хват и место подрыва такое же, как и во взятии на грудь. Данное упражнение целесообразно использовать для наработки жесткого и мощного подрыва, а также правильного съема ногами. Упражнение может использоваться как основное в рывковой тренировке, а также как разминочное перед взятием на грудь или толчком классическим. Новичкам рекомендую выполнять до 4 повторений в подходе с весом не более 70% от рывка классического. Благодарю вас за просмотр, обязательно оставляйте комментарии под видео с вопросами, если что-то было непонятно.